мы ведем активную работу по борьбе с должниками. Сегодня нашему предприятию должны почти 400 миллионов рублей. Ну, это и управляющие компании, это и население, и частный сектор. Значит, за 4 месяца вот моего пребывания мы сейчас организовали комплекс работ по взысканию задолженности. На сегодня порядка 200 дел уже выиграно в судах. Порядка 2 миллионов рублей передано на взыскание судебным приставам. То есть, ну, в частности, есть проблема по частным домовладениям. Порядка 450 домовладений, не самых бедных, люди не платят по 3 года и больше. Поэтому сейчас, ну, это крайняя мера, значит, будем проводить это отключение водоснабжения. Но я рекомендую до этого не доводить, а обратиться в абонентскую службу водоканала. Все координаты есть на сайте, контактные телефоны. То есть, в принципе, можно договориться о рассрочке, о списании пеней. Но это в части вот частного сектора. По многоквартирным домам, там чуть сложнее, мы не можем отключать воду. Но мы договорились вместе с управляющими компаниями, и такая работа будет проводиться, начиная со следующей недели. То есть мы купили оборудование по ограничению канализации. То есть будем ставить заглушки должникам, соответственно, они не смогут пользоваться ванной там, и другими услугами.